Дагестанцы пожертвовали через благотворительные фонды десятки миллионов рублей на помощь палестинскому народу. Об этом глава республики сообщил на конференции за межнациональный мир и согласие. На открытый разговор власти с народом пришли общественники, представители духовенства, депутаты, добровольческие организации и студенты. Важная часть встречи – дискуссия в формате открытого микрофона. Детали у Любавы Масловой. Дагестанцы всегда были неравнодушны к чужой боли. Вот и теперь в благотворительные фонды поступило более 90 миллионов рублей пожертвований на помощь народу Палестины. Глава региона одобрил стремление соотечественников оказывать поддержку мирным путем. Через муфтият, то есть через мечети, наверное, ближе всего именно оттуда до Всевышнего дойдут молитвы правоверных о том, что мы поддерживаем палестинцев. Оттуда они с терминала Б аэропорта. Ночным инцидентом в аэропорту бунтовщики действительно не помогли Палестине, только нанесли Дагестану ущерб на 285 миллионов рублей. Сергей Меликов подчеркнул, его эмоциональные эпитеты относятся именно к тем, кто разрушал оборудование, блокировал взлетную полосу и не давал пассажирам покинуть самолет в течение нескольких часов. Я не откажусь от твоих слов, что вот эта толпа, которая нападала на объекты аэропорта, вы видели, на самолеты, на беззащитных людей. Я повторю, они вели себя звероподобным образом. Это люди, которые в тот момент потеряли человеческий облик, которые превратились в стадо, безусловно, управляемое кем-то и манипулируемое кем-то, кем мы знаем. Оценкой противоправных действий займутся правоохранители. Сергей Меликов подчеркнул, неопровержимые доказательства вины или невиновности – видео с камер наблюдения в аэропорту. Тот, кто виноват, должен нести ответственность. Тот, кто оказался случайно, неосознанно или ошибившись на этом пути, тем надо дать шанс осознать, сделать выводы и больше подобного не повторять. Оперативную работу правительства отметил муфтий республики. В ту ночь усмирить бунтовщиков в аэропорт прибыли министр по национальной политике и делам религии, а также министр по делам молодежи. Вдвоем они были там, я бы их наградил. Просто находиться в таком месте, такое время, где никто не может контролировать, как они будут вести, и находиться там, их призывать, успокаивать их, даже туда поехать не каждый день смог. Молодежь республики подвержена влиянию экстремистских движений в соцсетях, организаторы которых находятся далеко за пределами Дагестана. Необходимо усилить работу со школьниками и студентами, создать для них условия для занятий спортом и творчества. Этим уже занимается движение первых. Если тебе от 6 до 18 лет, то добро пожаловать в качестве участника движения первых. 12 направлений у нас есть движение, где любой ребенок по своим интересам может найти себя. На сегодняшний день актуальный проект, который мы реализуем, Республики Дагестан. Это проект «Первая помощь», где мы обучаем ребят. Это бизнес-вечеринки, где мы ребятам рассказываем о проектах, вообще как вести свое дело, с чего начать, основу бизнеса. Региональная конференция «Диалог власти и общества». Глава региона ответил на вопросы из зала. Поступили и предложения по взаимодействию с молодежью Дагестана. Чтобы при главе был создан совет молодежный, который раз в квартал встречался бы и задавали бы те наболевшие вопросы. И также есть ребята, руководители общественных организаций, руководители молодежных сообществ, молодые ученые, молодые поэты, спортивное сообщество. Сергей Меликов отметил, и впредь готов к открытому конструктивному диалогу. Однако жителям республики важно не поддаваться на провокации, не совершать необдуманных поступков, а поддержку оказывать в форме молитвы и сбора гуманитарной помощи. Любовь Маслова, Ислам Давудов, Вадим Шамхалов. Время новостей.